Ребята, всем огромнейший привет! На календаре последний четверг ноября, а это значит, что в Америке сегодня большой праздник, День Благодарения. Я начинаю готовить праздничный ужин. Только что вот вылезла из душа, покрасила волосы, купила в этот раз какую-то новую краску. Моей краски не было, которую я обычно покупаю, купила вот эту. Ну, этой же фирмы L'Oréal. Но какая-то она другая картинка, и что-то здесь написано другое, Blondissimus. А я покупала какой-то ультраблонд. Ну, в общем-то, неважно. Цвет нормальный, мне понравился. По-моему, немножко он такой более блондинистый. Но ничего страшного, даже, мне кажется, лучше. Так, ребята, начинаю готовить блюдо. У меня сегодня будет очень разнообразный стол. Видите, ребята, в майке по квартире хожу, потому что жара у нас невероятная. У нас на улице потеплело, а отопление, так как у нас центральное отопление, оно работает постоянно, поэтому жара ужас. Я даже окно на кухне открыла. Так, ребята, приступаю к приготовлению первого блюда. У меня сегодня будет очень большое разнообразие на столе, будут очень разнообразные блюда. И, конечно же, пару блюд обязательно будет из доминиканской кухни, так как муж у меня доминиканец, и готовлю сегодня его любимые блюда. Первое блюдо, которое я сейчас начинаю готовить, это салат. А доминиканцы называют этот салат русский салат. Ну, конечно, до нашего оливье им далеко. Я всегда мужу говорю, вы скопировали наш салат, но вы его неправильно делаете. Он мне говорит, наш салат лучше. Ну, в общем-то, всегда мы спорим по этому поводу с ним. Кстати, наше оливье ему не очень нравится, а этот доминиканский русский салат, он чем-то похож, поэтому они его и назвали русский салат, но он намного проще, там нет мяса. В общем-то, сейчас вам все покажу, как я его готовлю. Как я сказала, салат очень простой. Вот так отварила картошку, очень мало, там буквально такие маленькие кусочки морковки, всего лишь две маленькие морковки отварила. И видите, мы на салат оливье отвариваем картошку в мундирах, а я на этот салат вот уже без кожуры отварила картошку. Три яйца и замариновала лук. В принципе, это и все ингредиенты. Ну и майонез, конечно. То есть очень легко, просто. И он этот салат обожает. Кстати, доминиканки режут овощи на руке. Не на разделочной доске, а на руке. Я когда училась готовить доминиканские блюдо, то заметила, что доминиканки вот так на руке абсолютно все режут. Ребята, даже лук, представляете? Так что сегодня буду резать как доминиканка. Вот так. Делаем доминиканский салат. Если мы на нашу оливьешку режем все такими маленькими аккуратными кубиками и стараемся, чтобы картошка не разварилась, то этот салат, доминиканский русский салат, нужно резать такими даже крупными кубиками, и он более такой, как вам сказать, расколомпоцанный. Ну, в общем-то, все посмотрите, когда я этот салат закончу. Вчера пришел муж с работы, так понравилось ему, как я украсила квартиру. Был очень он довольный, сказал, что скатерть на столе напоминает ему его детство, когда он еще жил в Доминикане. Говорит, у нас в доме все время на обеденном столе лежала скатерть. А здесь как-то, ребята, вот знаете, американцы не очень любят скатерти стелить на стол. То есть вчера вот мужу понравилась, конечно, скатерка, которую я купила, и мои все украшения, сказал, молодец. Яйца после того, как почистила, обязательно споласкиваю холодной водой,
потому что можно не увидеть вот эту скорлупу маленькую, когда попадается в салате на зуб. Фу, так противно. Видите, ребята, все порезала на руке, как доминиканка. Итак, первое мое блюдо почти готово. Видите, как я и говорила, режется на этот салат все вот такими вот не очень мелкими кубиками. Ну, так и должно быть. И лук, замариновала лук. И в этот салат вот так много-много лука. И прямо вот, чтобы даже немножко уксус попал. Этот салат очень-очень... Много уксуса там. Ну, так и должно быть. По рецепту так и должно быть. Ну, и, конечно же, майонез. Лук нужно перемешать с картошкой, с яйцами и с морковкой до того, как кладете майонез. Видите, вот так прямо добавляем уксус. Салат, кстати, вкусный получается. Уксус, ну, чувствуется, ну, такая вот кислинка. Ну, такой вот очень бюджетный, простой доминиканско-русский салат. Его доминиканцы называют ensalada rusa. Вот так, друзья, выглядит этот салатик. Как у нас в Америке говорят, все такое смуши. Переколомпоцанное. Все, даже не буду его ставить в холодильник. Его можно кушать вот таким вот даже теплым. Итак, начинаю готовить мясные блюда. Замаринованные ножки индейки. Это у меня ночь постояли они в холодильнике, в маринаде. Сейчас все это закрываю фольгой и на пару часов в духовку. И это ребрышки. Они у меня где-то полтора часа постоят в духовке. Потом я их смажу соусом барбекю и поставлю еще на полчаса. А ножки не знаю, посмотрим. Полтора часа постоят, попробую. Ну, мне кажется, часа два они будут готовиться. Ребята, следующее блюдо на повестке дня – это крабовый салат. Салат из крабовых палочек. Рецепт проще некуда. Вообще, по идее, в этот салат нужно добавлять маленькую такую, знаете, мелкая-мелкая оранжевая икра. Но у меня ее нет. Она у нас продается в русском магазине, а в русский магазин я не ездила. Так что... Только будут крабовые палочки и огурец. Но секрет этого салата в майонезе. Весь вот классный вкус дает вот такой вот майонез. Не знаю, чей это, японский или китайский, но, в общем-то, купила в китайском магазине. Сейчас вот эти вот крабовые палочки нужно мне вот такими вот тоненькими-тоненькими полосочками разделить. Точно так же очень тонко нарежу огурец и уже перед подачей заправлю этим специальным майонезом. Вот и все, крабовый салат будет готов. Так, ребята, следующее блюдо, которое готовлю, спаржа. Спаржа с чесноком, с оливковым маслом и сыром, запеченная в духовке. Так, сейчас это все дело посолю, специи добавлю. Спаржу я предварительно приварила. Так, вот такие вот специи добавляю. Все это взбрызнем оливковым маслом с чесночком. Вот я уже перемешала. Вкуснятина получится. И все это дело сверху посыпаем сыром. У меня пармезан вот такой вот натертый уже.
Вот так. Муж у меня, конечно, небольшой любитель спаржи, а я спаржу очень люблю. Вот это все дело поставим в духовку буквально на 5-10 минут. Ну что, мои хорошие, праздничный ужин готов. Я готова, сделала маникюрчик за 2 минуты. Это, конечно, палочка-выручалочка. Смотрите, даже в комплекте вот такой вот ноготок идет, подходит к моей блузке. Девчонки, это, конечно, чудо какое-то. Вот такие вот ноготки. 2 минуты, и у вас вот такой вот классный маникюр. Завтра, конечно, все это сниму. На работу с такими ноготочками не пойду. Но вот так на один день, конечно, палочка-выручалочка. Так, ребята, накрываю на стол. Иду будить супруга. Он у меня проснулся и говорит, ужин еще не готов, я пойду еще поваляюсь. Заснул. В общем-то, иду его будить и садимся праздновать. Ну что, мои хорошие, показываю вам, наконец-то я закончила готовить. Показываю вам наш праздничный стол. Ну, конечно же, в центре это индюшка. Вот такие вот аппетитные ножки получились. И еще готовила ребрышки. Ребрышки тоже. Неплохо выглядят. Это у меня доминиканское второе блюдо. Рис чофен. У меня есть видео на канале. Кому интересен рецепт вот этого блюда, я обязательно оставлю ссылочку под этим видео. Салат доминиканский русский. Это вот так выглядит мой крабовый салатик. Авокадо. Конечно же, у нас всегда на столе авокадо. Gather the chair. Yeah. No, you hold it like that. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все время речи с тобой, унесся где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря, все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось, не на свете это. Тот, кто ждет, все снесет. Ура! 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 Лишь бы все, это все не напрасно было. Танцуют все! Танцуй! Танцуй!